добрый член. Ой, толстый день. О, девочки, там такое вчера было. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. По-моему, такая фигня у нас уже была только там пару месяцев назад, да, только чаечка, по-моему, была другая, да, в принципе. Вот они копируют друг друга, да, вот в принципе, даже не вдаваясь в подробности то, что они говорят. Им главное тренд, да, вот почему-то именно в ТикТоке вот именно тренд и играет какую-то очень большую такую вот роль, да, вот нужно сказать вот это вот, сделать вот это вот, да. И они вот все как под копирку дым-дым-дым-дым-дым шпарят эти ролики, как бы. А в чем суть, а в чем смысл? Типа, у кого лучше получится вообще или что? Или они ни на что свое не способны что-нибудь что-то сказать, да? В принципе, версий много, и не все тупорылые. Как-то так вот, да, ребята? Если вы знаете, для чего они это делают, тут именно как под копирку шпалят ролики, друг друга копируя. Если вы знаете, пишите для чего.